мы никогда не знаем всей истории. Что стоит за сжатыми кулаками, пустыми страницами или вспышкой эмоций. Каждый может ошибиться. И так важно знать, что ты не один. Будьте рядом, станьте опорой и примером ребенку. Внимание взрослых, поддержка и реабилитация помогают подростку в конфликте с законом на пути к лучшему будущему.